Бату Достар, дорогие друзья, меня зовут Саясат Нурбек, я являюсь руководителем образовательных проектов компании BTS Digital, а также руководителем национального проекта «Атлас новых профессий Казахстана». Добро пожаловать на 11-й молодежный форум Ассоциации КазЭнерджи. В этом году форум пройдет под названием «Молодежь и вызовы времени». И мы с вами поговорим о нашем проекте, об атласе новых профессий, какие профессии в приоритетных отраслях Казахстана меняются, какие исчезают, какие трансформируются. Это будет очень интересный форум. Пожалуйста, примите самое активное участие и, надеюсь, те знания о будущем рынка труда, о будущем модели образования помогут вам в этом очень быстро меняющемся мире найти свое призвание, найти свою нишу и устойчивую индивидуальную траекторию развития. Добро пожаловать!